Искусство способно соединять пространство. В этом можно убедиться, посетив выставку с одноименным названием, которая открылась в картинной галерее города Черкесска. Организатором экспозиции работ художника Игоря Харанько выступило региональное управление Росреестра. На выставке побывал наш корреспондент Артур Мхце. «Соединяя пространство» – так называется выставка работ живописца из Ессентуков Игоря Харанько, которая открылась в картинной галерее столицы Карачаево-Черкесии. Для искусства не существует границ, оно способно объединять людей на огромном расстоянии. На картинах художника представлены пейзажи нескольких регионов Северного Кавказа, в том числе нашей республики. Эта выставка передвижная по всем республикам, поэтому представлены флаги республик Северного Кавказа. И в момент завершения по всем республикам, после этого мы здесь и представим флаг Луганской Народной Республики. Значит, я буду дарить 25 работ в Луганский музей. И таким образом мы соединяем пространство. Но это о дальнейшем маршруте передвижной выставки. Пока же у жителей Карачаево-Черкесии есть возможность в течение недели познакомиться с творчеством члена Союза художников России Игоря Харанько. Организация серии мероприятий по Северному Кавказу стала возможной благодаря Федеральной службе Росреестра. Передвижная выставка «Соединяя пространство» стартовала в Ставропольском крае, потом переезжала в Дагестан, Кабардино-Балкарию. Теперь настала очередь нашей республики. Руководитель регионального управления Росреестра Аминат Батчаева поблагодарила художника за сотрудничество. Тот, в свою очередь, подарил картинной галерее «Черкесска» одну из своих работ. Кроме того, он планирует провести мастер-классы с молодыми талантами. А фото с ними на память стало началом дальнейшей экскурсии живописца по представленной экспозиции. Рисование для меня, я им интересуюсь с раннего детства. И для меня это как неотъемлемая часть жизни, наверное, потому что если я все-таки увижу что-нибудь впечатляющее, то мне все-таки захочется запросить это как-нибудь визуально. Не знаю, буду ли я связывать с этим жизнь, но рисовать, я думаю, буду на протяжении все-таки всего своего пути. Я также интересуюсь рисованием с раннего детства. Мне это очень нравится. Для меня это как хобби. В основном в свободное время я рисую. И картины, которые здесь представлены, мне кажется, они очень интересные, очень фактурные, красивые. Посмотреть в картинной галерее на работы художника Игоря Харанько можно до 21 сентября. Чуть позже передвижная выставка отправится дальше по регионам Северного Кавказа, чтобы затем завершить путешествие в Луганской Народной Республике. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.